Недавно популярная исполнительница и ведущая Дома-2 Ольга Бузова заявила, что началась ее эра, и она запускает собственную коммуникационную платформу, а также именную криптовалюту. Скандально известного блогера Лену Миро сильно возмутило заявление Бузовой о том, что началась ее эра. Девушка считает, что Бузовой не помешал бы психотерапевт, раз ведущая Дома-2 собралась создавать свою империю. Лена Миро считает, что исполнительница родилась в семье папы-алкоголика и толстой мамы-неряхи. Поэтому у нее весьма большие комплексы и непонятные амбиции. Сама Бузова пытается отчаянно доказать, что она самая лучшая и очень успешная. Но никто в это не верит, по той причине, что и сама телезвезда в это не верит. Лена постоянно критикует ведущую Дома-2, и пользователи сети очень часто с ней соглашаются и пишут, что Миро права. Сейчас многие также поддержали блогера в ее высказываниях и согласились с тем, что у Бузовой действительно есть мания величия. Но раскритиковали Миро за то, что она перешла на личности и переступила грани дозволенного, начав оскорблять родителей исполнительницы.